рынке. Коля, ты с ума сошел? Лучше на черном рынке мозги себе купи. Да я ж пошутил. Ты чего обиделся? Вадик! Жаль, мой план не сработал, но я обязан найти деньги, купить антидот и вылечить Андрея. Он столько раз спасал меня, теперь моя очередь. Пришлось долго размышлять над новой идеей, и наконец-то я придумал! Алло. Очкастый, вот скажи, у тебя совсем кукушка поехала? Ты зачем квартиру продал? Андрей, ты главное не нервничай. Мне срочно нужны деньги. Я куплю противоядие, оно вылечит тебя, и ты не превратишься в зомби. Чего? Ты обкурился? Андрей, я все знаю, ты заражен опасным вирусом. От меня ничего не утаишь. Дурак, какой вирус? У меня обычная простуда. Как простуда? Ты деньги за квартиру еще не потратил? Нет, не переживай. Стоп. А где сумка с деньгами? Андрей, я перезвоню. Коля? Коля? No drinking drinks in the hall. 30 seconds. Походу просрал бабки. Вот это настоящий папандос. Так, ну и где теперь искать эту сумку? Это была суббота, а это был я, уставший, но счастливый. Сегодня я занимался спортом, а если быть точнее, бегал. Но если еще точнее, убегал от собаки. Мой брат Коля тоже решил устроить пробежку, но в игре. Если честно, это уже начинало раздражать. Он целыми днями задротит приставку. Иногда для разнообразия играет в компьютер. Даже во время важного процесса брат зависает в телефоне. На улице ветер, а Коля просто его просирает. Раньше мы каждый день пинали мяч во дворе, рыбачили, катались на велосипедах. Было круто. Решил вспомнить былые времена и предложил брату сыграть в футбол. О, я не против. Запускай фифашку. Коля, в настоящий футбол. Ты что, прикалываешься? Хочешь, чтобы меня снова переломали, как в прошлый раз? Ну, давай тогда порыбачим. Уже недолго. Меня, чтобы я не отправлял его в магазин. Я решил по... Хорошо. Ты ничего не помнишь? Нет. Здесь примерно вот так. Ну что, красотка, довез за тебя с ветерком. Вторых половинок, ведь мы такие красавчики. Наши одноклассники уже давно гуляют с девчонками, а над нами все только смеются. Это нужно исправить. Я придумал. Есть один сайт. Там создаешь код, пишешь, какие девушки тебе нравятся, свои интересы и все такое. А затем компьютер сам подбирает для тебя вторую половинку. Ух ты! Так чего же нас ждет? No. Мы начали заполнять анкеты. Через пару минут все было готово. Осталось дождаться, пока сайт обработает наши анкеты и найдет девушек. Первая оказалась анкета Вадика. Ну что, ты готов? Готов. Открывай. Так. Вау, целых три. Смотри, какие красивые девчонки. И даже не одноглазые. Но мы ведь понимаем, что три это очень мало. Смотри, у меня будет не меньше сотни. Что? Нет подходящей пары? Ну как? С тобой даже одноглазые захотели знакомиться. А у меня на выбор целых три девчонки. Пердита, Карина и Наталья Сергеевна. Только теперь вопрос, кому написать первой? Что? Наталья Сергеевна? Это же наша училка по математике. Напиши ей, заодно узнаешь, что нам задавали на вторник. Вадик начал переписываться, и ему было весело. А вот мне не особо. Неужели я настолько страшен, что не понравился ни одной девчонке? Нет, видимо, это какой-то сбой. Я пробовал создавать новые аккаунты, но сайт никого не находил. Вадик тем временем уже позвонил первой девушке. Мне стало обидно. Он даже перестал обращать на меня внимание. Я разозлился и решил выгнать Вадика. Дружище, ты чего? Ага. Дружище, сидишь такой радостный, болтаешь с ней, а про меня забыл. Все, иди, давай. Коль, извини. Нет, я прошу. Давай. Хорошей тебе прогулки. Друг еще называется. Я уже потерял надежду и хотел удалить профиль, но тут случилось чудо. Появилась девушка, которой я понравился. Девушку звали Юля, сразу же написал ей. Она ответила, я чуть не обоссался от радости. Мы начали общение и вскоре осознал, что нашел ту самую. Я решил не тупить, позвал Юлю к себе на дачу. Она отказалась, но я упорно стоял на своем. И вскоре Юля согласилась, я настоящий самец. Быстренько привел себя в порядок и поспешил к своей принцессе. Я был в шоке, Юля даже не опоздала. И уже тогда понял, что она самая лучшая. Сделал вдох, выдох и сказал: привет, Юля. Ой, привет, Коль. Что? Вадик? Какой Вадик? Я Юля. Вадик, ты думаешь, я совсем дурак? Еще издалека понял, что это ты. Только зачем все это? Извини, Коля.
Просто ты такой злой и грустный был, что я решил тебя развеселить. Ну спасибо, теперь мне гораздо лучше. 99 seconds. Ну извини, я думал поможет. Да, все нормально. Лучше скажи, как у тебя дела с девчонками? Да не очень. С Пердитой мы поругались, потому что я все время смеялся с ее именем. Но Карина оказалась противником теории квантовой гравитации. Сумасшедшая. А Наталья Сергеевна вообще позвонила моим родителям, и они меня отругали. Да уж. Ну, ничего страшного. Вадик, главное не отчаиваться. Мы еще найдем свою любовь. Ты прав. Пошли лучше домой в приставку поиграем. Отличное предложение, дружище. Только это, тебе бы переодеться, а то люди не поймут. When will you learn? Какая девчонка. Это была среда. Я возвращался домой со школы. Не знаю, как другие школьники, а я уже так устал от этой учебы, что просто сил нет. Если ты тоже, ставь лайк. Зайдя в квартиру, первым делом я выкинул этот тяжелый рюкзак. Настрой был откровенно паршивым, и только приставка могла исправить эту ситуацию. Я аккуратненько прошел мимо спящего брата. Очень странно, никогда не видел, чтобы Андрей спал днем. Я не придал этому значения и начал воевать. Настроение сразу улучшилось. Вот только один нюанс. Мой брат храпел, и это меня сильно отвлекало, поэтому решил разбудить Андрея. Рота, подъем! Что? Что такое? Тебе заняться нечем. Ты чего спишь? Так кто еще такой? Где я нахожусь? Опять какой-то твой розыгрыш. Хватит! Какой розыгрыш? Я тебя вообще первый раз вижу. Первый раз говоришь? Походу мой брат потерял память. Нужно его срочно показать врачу. Хотя, зачем спешить, если можно устроить райскую жизнь? Получается, что ты ничего не помнишь? Нет. Как тебя зовут? Да и вообще, даже своего имени не помню. Меня зовут Великий Коля! Ты мой брат. А тебя зовут... Detention for you. Пумба! Пумба? Какое-то странное имя. Your parents will hear about this one. Ты ничего не перепутал? Попрошу заметить, Великий Коля. Почему Великий? И тут началось самое интересное. Я стал рассказывать Андрею, точнее Пумбе, как он попал под машину, долгое время пролежал в коме. Ну а когда пришел в себя, я ухаживал за ним, потратил много сил и времени. Когда тебе стало лучше, ты сказал, что будешь называть меня Великим. Но, видимо, твое самочувствие ухудшилось, раз ты ничего не помнишь. Так это здорово, Пумба, я ведь столько времени за тобой ухаживал. Теперь твоя очередь. Может, организуешь вкусненький обед? Ну, да, конечно, без проблем. Отлично! Я продолжил играть в приставку, а мой брат хозяйничал на кухне. Через час он позвал меня к столу, и я был счастлив. Сегодня самый лучший день. Вкуснятина. Надеюсь, что получилось вкусно. Приятного аппетита, Великий Коля. Большое спасибо, Пумба. Было настолько вкусно, что чуть не съел тарелку. После хорошего перекуса можно приступать к урокам. Стоп, у меня ведь есть Пумба. Пумба, у меня есть идея. Что за идея? Я слышал, что если напрягать мозги, то память 100% вернется. Так что сделай за меня урок. А это может сработать. Через некоторое время домашняя работа была выполнена. Но на этом я не успокоился. Стал придумывать для брата новые задания. Он убирал дома, стирал вещи, чистил мою обувь. А я все это время играл в приставку. Жизнь удалась, и тут в дверь раздался звонок. Я даже не сдвинулся с места, ведь у меня есть Пумба. Андрей? Слава богу, ты в порядке! Какой Андрей? Вообще-то я Пумба. Похоже, я сильно приложился. Ты ничего не помнишь? Но... нет. Хотя... Андрей, я отправляюсь в ад! Куда? В школу! Так бы сразу и сказал, только двери за собой закрой. 1% зарядки. Так, срочно нужно подзарядить телефон. I wanna play with no one. Засунет провод куда-то, потом фиг ли отсюда. Сейчас ты у меня получишь, Паришка. Получай! Андрей? Андрей! Небольшая ошибочка вышла. Получай! Андрей? Андрей! Небольшая ошибочка вышла. Ну хорошо, ты живой. Ну, ты отдыхай. Прости, что так вышло, а я уже в школу опаздываю. Я все вспомнил! С тобой, Вадик, позже поговорим. Сначала мне нужен Великий Говнюк. Что за...
Detention for you. Далеко не убежите, очкарики! Сегодня я бездельничал дома, в то время как мой брат вернулся с дачи. В руках у него была коробка, набитая старыми вещами. Я с интересом принялся разглядывать содержимое коробки. Среди вещей нашел фотографию своей прабабушки. Какая же все-таки она была красивая в молодости. Еще в коробке лежал какой-то старинный чайник. Хотел протереть его, но внезапно чайник завибрировал. Не поверите, но передо мной появился человек. Ты кто еще такой? Я Чин, и до своего освобождения я исполню 3 твои желания. Какой Чин? Что за сказки? Степаныч, это ты? Заканчивай пить, а то посинел уже весь. Что? Какой Степаныч? Я всемогущий Чин. Ты что, мне не веришь? Да-да, верю. Наколдуй мне бутерброд. Будет сделано. Не поверил своим глазам. Это действительно был Джин. И я осознал, что уже просрал одно желание. У тебя осталось 2 желания. Джин, я хочу еще 100 желаний. Амнасяру, ты не хочешь? Ты думаешь, ты один такой умный? А ну давай загадывай нормальное желание. А то я устал. Хочу отдохнуть. Точно. Хочу быть богатым. Будет сделано. Джин исчез. Неужели мне все это привиделось? Я расстроился. Хотел продолжить ковыряться в вещах, но их не было. Коробка была заполнена деньгами. Я богат, значит, не показалось. Теперь моя жизнь наладится, и я куплю все, что пожелаю. Алло, это колбасный завод? Обожаю колбасу. Поэтому теперь ваш завод мой. Сам ты дурак. Деньги сыпались с потолка, я скупал все подряд. Прошло пару дней, я стал самым известным человеком в мире. Только вот Андрей до сих пор не мог понять, откуда у меня столько денег, и относился ко мне с недоверием. А мне идет этот костюм. Коля, я не знаю, откуда у тебя столько бабла, но уверен в одном, что своими действиями ты можешь привлечь внимание плохих людей. Посмотри, что о тебе говорят в новостях. По всем каналам говорили обо мне. Я поднял большую шумиху, скупая все подряд. Люди думают, что я мошенник, который всех обманул. Какой мошенник? Я просто хотел разбогатеть, и Джин исполнил мое желание. Почему люди не верят? Это все Джин. Потому что Джинов не существует. Раз ты не хочешь говорить правду, тогда я уйду. Ты бросаешь меня? Да, удачи тебе. Ну и катись, скатертью дорога. Пока. Андрей! Братишка, нет! Стоять! Лапы вверх поднял, а то я тебе голову прострелю. Молодец, послушный мальчик. Я очнулся привязанным к стулу. Бандит собирал деньги. Брат лежал на том же месте и не двигался. Он был мертв. Что же я наделал? Говори! Где ты спрятал остальные деньги? Я не знаю. Они появляются где угодно. Ты мне втираешь какую-то дичь! Да я клянусь! Это все Джин! Джин, говоришь? Ладно, а если вот так? Но я правду говорю! Значит, не хочешь по-хорошему? Сейчас пойду за кувалдой! Не надо кувалду! Пожалуйста, только не кувалду! Вонючий случай. Хотел стать счастливым, но деньги принесли сплошное горе. Я попытался вырваться, не получилось. Бандит крепко связал меня. Наслаждайся жизнью. 99 секунд. Как хорошо, что ты появился. Я могу тебя развязать, но это будет твое последнее желание. Нет. No bullying in the halls. Придумал. Хочу, чтобы все вернулось на свои места. Не нужны мне никакие деньги. Главное, чтобы брат был жив и здоров. Detention for you. You should know better. Очнулся на диване. Деньги нигде не валялись. Не думал, что буду этому так рад. Надеюсь, что с Андреем тоже все хорошо. Он у себя в комнате перебирал вещи. Я так рад тебя видеть. Коля, ты меня пугаешь. Detention. Почему я должен быть мертвым? Так долго еще. Чем занимаешься? Да вот вещи перебираю. Смотри, какой интересный чайник от нашей прабабушки достался. Стой, нет! Не трогай его! Подожди! Очкастый, ты с ума сошел! Это фамильная реликвия! Ты знаешь, сколько он сейчас стоит! Поверь мне, братишка, деньги — это не главное! Иди лучше, обними меня, я так соскучился! Сейчас я тебя так обниму, мало не поздоровится! Стой! Давай не будем горячиться! Смотри, это Джин! Где? На бороде! Земли кранты! Это было утро. Обычно в это время мой брат готовит вкусный завтрак. Я радостный прибежал на кухню в ожидании вкусной еды, но на деле оказалась обычная каша.
Приятного аппетита. Андрей, ты ведь знаешь, что я терпеть не могу кашу. Я проснулся раньше, приготовил. А тебе еще что-то не нравится? Только попробуй не съесть. Я не хотел кушать и ничего лучше не придумал, чем выкинуть содержимое тарелки в окно. Потом быстренько вернулся за стол и сделал вид, что все съел. Ого, так быстро? Да, спасибо, очень вкусно. Ну хорошо, значит теперь буду каждый день ее готовить. Ура! Вонючий случай. Андрей ушел на работу, а у меня сегодня выходной, так как в школе карантин. Именно это я сказал брату. На самом деле просто прогуливаю. И оказалось, что не только я. О, привет, Вадик. Коля, ты не представляешь, что произошло. Иду зимой спокойно по дороге. Тут на меня с неба падает каша. Горячая такая. Чушей у меня пошла. И что за идиоты выкидывают еду в окно? Даже не знаю. Таких наказывать надо. Пошли, помоемся. Вот так. Кстати, а ты почему школу прогуливаешь? А ты? Ладно, это риторический вопрос. Я знаю, почему ты ее прогуливаешь. И почему же? Потому что ты ленивая жопа. Да, тут я с тобой соглашусь. Ну так а ты почему не в школе? Я просто работаю на коробке. Пойдем, я тебе покажу. Вадик вытащил коробку и открыл ее. Внутри лежала какая-то непонятная штуковина, похожая на очки. Вау! И что это такое? Очки виртуальной реальности. Сам сделал. Пойдем, испытаем. Вадик подключил очки к компьютеру и начал настраивать. Я никогда не видел очки виртуальной реальности. И даже не знал, как они работают. Если говорить честно, то я вообще подумал, что мой друг сошел с ума. И на всякий случай держал при себе телефон, чтобы вызвать скорую. И тут Вадик нацепил на меня свои очки. Где я? Вот же хитрый Вадик телепортировал меня, я стал искать выход, пока не заметил девушку. Она подозвала меня к себе. Я не раздумывая подошел к девушке. Она обняла меня, и мы начали танцевать. Теперь я ни о чем не думал. Мне было все равно, что Вадик выгнал меня из дома. Ведь у меня появилась девушка. Нужно ее поцеловать, такой шанс упускать нельзя. Коля, Коля, да нечь ты. Вадик, ты что, извращенец? Фу, фу. Что? Да ты сам влез ко мне со своими поцелуями. Вадик захотел испытать виртуальную реальность и выбрал американские горки. А я на экране мог видеть то же, что и Вадик в очках. Ему было очень весело, настолько, что чуть не сломал мне стул. Тогда я решил немного разыграть друга. Все горки, все хорошо. Ну и как тебе мой сюрпризик? Не смешно, Коля. Я чуть не обосрался. Давай, теперь моя очередь. Опа. Я довольно быстро подсел на эту штуку, кем только не был. Стал боксером и получил чемпионский титул. Участвовал в боевых действиях и даже был гонщиком Формулы-1. Вадик все время пытался отобрать очки, но я его игнорировал. Потом решил немного отдохнуть. Эх, как же хорошо. Коля! Коля! Ты уже несколько часов играешь. Моя очередь. Ну ладно, ты сам напросился. Коля! Вадик, что ты тут делаешь? Я не отдам тебе очки. А мне не надо, мой король. Просто хотел вам сказать, что в этом мире вы великий правитель. Вот, кстати, ваша корона. Ух ты, это что получается? Теперь я король? Так веди меня в мой замок, холоп! Пройдемте, мой повелитель! Вадик повел меня в мой замок. Было приятно, что он прислуживал мне в виртуальном мире. Вот бы так было и в реальной жизни. Наконец-то мой слуга привел меня в замок. Просто постучитесь, и ваши слуги вам откроют. Я начал стучать в ворота, но оттуда вышла только какая-то крестьянка. Я был сильно возмущен, как они встречают своего короля. Стал ругаться, но крестьянка почему-то не хотела признавать своего правителя. На колени перед королем! Ну ты совсем ты потерял. Что произошло? Все, Коля, наигрались. Больше никакой виртуальной реальности. Была пятница. Сегодня я проснулся с шикарным настроением, потому что хорошенько выспался. Просто обычно мой брат не дает мне это сделать. Коля, я тебе не мешаю? Да нет, все хорошо. Малой, ты офигел? А, кажись, понял. Извини. Надоел. Коля, я хочу спать. Не мешай мне, пожалуйста. А то что? Ну, я могу воткнуть свой кулак так глубоко тебе в глотку,
что ты почувствуешь запах моей подмышки. Весомый аргумент. Я хотел поблагодарить брата за то, что дал мне выспаться. Но дома брата не было. Наверное, Коля в школе. Стоп, Коля ведь на больничном. Куда он подевался? Где я только не искал его? В шкафчике, в мусорке. И наконец-то нашел под кроватью. Свой мобильник. Зависнул в инстаграме. Кстати, если ты еще не подписан на мою инсту, обязательно подписывайся. Ссылочка в описании. И тут я снова вспомнил о Коле. Решил позвонить ему, но он не отвечал. Коля? Да выключайся же! О, привет, Андрей! Ты что тут делаешь? Я... Тебя стучаться не учили, я сру... крэкаю! Кстати, прежде чем делать дела, надо штаны снять. Что-то я вообще ничего не понял. Решил дождаться Колю и расспросить его. Но брат как-то долго делал свои дела. Если честно, мне показалось, что он прячется. И тут мои мысли перебил звонок. Это была моя мама. Она начала поздравлять меня с днем рождения. Я засмеялся. Неужели мамуля не знает, когда моя днюха? И тут она сказала, что сегодня 4 октября. Спасибо, мамуля. Совсем из головы вылетел. У меня день рождения. Видимо, Коля тоже забыл. Хотел ему напомнить об этом, но на толчке брата не было. Приступил к поискам. Надеюсь, он меня не найдет. Коля, ты совсем дурак? Я тебя бью. А я, в прятки играю. Сам собой? Ага. Коля, у меня сегодня день рождения! Я помню. Поздравляю тебя. Ну вот зачем ты обманываешь? Признай, что забыл. Я не обижусь. У меня самого из головы вылетело. Да не забыл я. Подарок уже подготовил. Серьезно? Ну, да. Вау! И где мой подарок? Он будет... Понятно, братан. Можешь зуб мне выбить, если я ничего не подарю. Даже так? Заметь. Папандос. Очкас, ты меня заинтриговал. Интересно, что же он мне подарит? Но зная своего брата, скорее всего, и говорит, что я старый пердун. Поэтому решил доказать обратное. Позову всех своих друзей и устрою крутой кусок. Мечтая решал, что он вернулся домой с подарком. Андрей, ты знаешь, я не умею толкать красивое поздравление, поэтому просто скажу от души. Ты старый пердун, но несмотря на это, detention for you. You should open it. Спасибо, Коляныч. Удивил. Интересно, что же внутри? Давай, распаковывай. Да ладно. Не верю своим глазам. Это золотая кнопка. Это самый лучший подарок. Тебе наваляет! Ой-ой-ой! Кажется, поблажали! А нет, это я просто обосрался. 99 секунд. На полу валялся рюкзак. На диване сидел недовольный я. Нет, вы не волнуйтесь, я не получил боли. Все намного хуже, я не сделал домашнее задание. I see you, friend. No running in the halls. I have lost you. I don't like that. I am coming with your door, here I come. No drinking drinks in the halls. No drinking drinks in the halls. I see you, friend. No running in the halls. I see you.
friend. I hunt people for all eternity. I have lost you. I don't like that. Looks like it's sweeping time! Sweep! Sweep! Wow, great job. Please try and do worse though, I need to...